Хасамаки – небольшие роллы с одной начинкой, диаметром не больше 2 см. Их едят целиком, не откусывая, чтобы не выпала начинка, макая в соевый соус. Можно сделать овощные роллы или с морепродуктами. Небольшие роллы хасамаки как раз для тех, кто ни разу в жизни не пробовал такое блюдо или для тех, кто хочет заказать всего, но побольше. Вы можете сделать их по своему вкусу, вкладывая любую начинку, сочетающуюся с отварным рисом. Рис допустимо отварить заранее и хранить в холодильнике или на плите. Рис – 100 грамм. Вода – 300 мл. Сыр плавленый – 40 грамм. Авокадо – 1 дробь 4 штуки. Уксус яблочный – 20 мл. Сахар – 1 чайная ложка. Соль – 3 щепотки. Соус соевый – 30 мл. Васаби – 5 грамм для подачи. Количество порций – 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Круглый рис промойте несколько раз, меняя воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Высыпьте его в казан или в кастрюлю, залейте горячей водой. Добавьте в емкость соль и отварите рис в течение 15 минут. Затем воду слейте. Смешайте яблочный уксус и сахар. Влейте жидкость в кастрюлю с отварным рисом и перемешайте. Благодаря такой заправке рис будет отлично склеиваться. Лист нори разрежьте пополам. Выложите отварной рис на обе половинки, слегка не закрывая один край. На закрытый рисом край выложите вдоль всего листа нарезанный плавленый сыр или обмажьте рис сливочным сыром, ориентируйтесь по своему вкусу. Очистите четверть авокадо, промойте и нарежьте ломтиками. Выложите на ломтики сыра. Смочите тот край листа нори, который остался открытым, водой, чтобы он лучше приклеился. Сверните каждый лист нори с начинкой рулетом. Выложите два рулетика на доску и разрежьте пополам. Затем нарежьте небольшими кусочками толщиной не более 2 см. Выложите хасамаки на широкую длинную тарелку, добавьте васаби, соевый соус, маринованный имбирь по желанию. Подайте хасамаки к столу сразу же после их приготовления, не охлаждая блюдо.